Меня зовут... Меня зовут Ирсана Магомадова, город Грозный. Это мое первое выступление, немного волнуюсь. Это мой первый мегафорум, первый банкет. Это море эмоций, море позитива. И я рада, что я нахожусь с такими успешными людьми. Спасибо вам, что вы есть. Немного расскажу о своей истории. Меня приглашали в течение 3 лет. В течение 3 лет я отказывала. Я говорила, что это не мое, что это я не пользуюсь продукцией. Я говорила, что мне не нравится продукция. На самом деле я не пользовалась продукцией. Я говорила много чего и не была заинтересована этим бизнесом. Меня приглашали довольно-таки давно. Это моя сестра родная, Мадина Магомадова, чей я очень благодарна Мадине. Мадина, встань, пожалуйста. Спасибо тебе большое, что ты пригласила меня в эту компанию, что ты мне показала этот мир безграничной радости, позитива, эмоций. Я себя здесь нашла. И что я хочу сказать, когда Мадина меня информировала, давай регистрируйся, попробуй, у тебя есть вот эти лидерские качества, я находила различные отмазки. Я говорила, когда мы приглашали, я приглашаю, но я не приглашала. Делай личный товарооборот. Да, я собираю заказ, но я не собирала. Обучайся, да, я обучаюсь, но я не обучалась, я не хотела этого делать. А в одно прекрасное утро я проснулась, и я поняла суть этого бизнеса. Я поняла, что здесь можно расти только тогда, когда мы помогаем другим расти. Вот что самое главное в нашем бизнесе. Помогая другим, только помогая другим, мы можем помочь себе. И что я хочу сказать, снова поблагодарю своего спонсора, спасибо тебе, что не оставила меня, что поверила в меня. Знаете, наверное, вы сталкивались, что очень часто родственники отказывают, да? Мне, например, бывает легче работать с чужими людьми, родственники отказывают, у них куча вопросов, отвечаешь на их вопросы, какие-то возражения. И самое главное, если вы почувствовали в своем родственнике вот эти лидерские качества, если вы видите, что он улыбается, а это очень важно в нашем бизнесе, что он позитивный человек, что он активный человек, что он целеустремленный человек, не оставляйте его. Я, когда была маленькая в школе, я была во 2 классе, я любила вообще, у меня с рождения есть...